Всем добрый день, официальная брокерская компания Кисинас. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Я представляю вашему вниманию наш традиционный дневной видеобрифинг под рабочим названием «Своя позиция». Начинаем мы с вами в 12 часов по московскому времени. Каждый рабочий торговый день. Напоминаю, что с расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на сайте brokerkf.ru. Записи видеобрифингов на канале на YouTube выложены. Не забываем посещать наши странички на социальных сетях, в том числе и трейдерских социальных сетях, таких как Smart Lab, таких как Bloomberg, ну и живой журнал, где компания ведет свою страничку ЖЖ, и моя личная страница shagardin.rf на экране видите ссылочку, там выложены все мои материалы по порядку с февраля 2012 года. Сейчас переходим к рабочему столу, давайте обсудим текущие тенденции на мировых фондовых рынках. Так, начнем традиционно с анализа ситуации на европейской фондовой сессии. Сразу я отвечу на вопрос. Мне задают вопрос, что вчера в 17 часов по Москве было. Почему рынок так сильно подпрыгнул? Тут также задаемся вопросами. Неизвестно, может, кого отстатило, может, кому шорты порезали. В общем, неизвестно, с чем был связан столь резкий скачок на российском фондовом рынке, но тем не менее, рост есть рост. Сейчас фондовая Европа прибавляет 0,5%. Лучше рынка смотрятся сегодня акции немецких компаний, прибавляет 63%. Хуже рынка смотрится испанский фондовый индикатор, IBEX 35, и 0,1% теряет. Ну, в целом настроение позитивное, мы сами сегодня в утреннем видеобрифинге «Эспрессо» говорили, дилеры еще утром делали ставки на то, что открытие в Европе будет позитивным в пределах 4,5%, то это самое мы с вами сегодня наблюдаем, в общем-то. Открытие торгов в лидерах роста в Европе, акции финансовых компаний, нефтегазовый сектор прибавляют в среднем 0,5%. Хуже рынка смотрятся акции компаний, связанных с добычей сырья. Прежде всего, это связано с падением цен на промышленные металлы. Так, давайте пойдем дальше. Фьючерсы на американский индекс на текущий момент торгуются разнонаправленно. Ну, в целом, динамика относительно утренних картины перед открытием торгов в Москве абсолютно не изменилась. Здесь нулевая динамика и стоят на уровне вчерашнего закрытия фьючерсы сентябрьские на индекс широкого рынка S&P 500. Здесь картинка не изменилась абсолютно. Так, на рынке нефтяном, как и ожидалось, в общем-то, наблюдается некоторая коррекция. Если перед открытием торгов в Москве нефть снижалась в пределах 0,2%, то, в общем-то, если кто присутствовал на утреннем видеобрифинге, мы с вами отмечали, что нефть, скорее всего, пойдет чуть-чуть пониже в течение дня, потому что тестировали, в общем-то, уровень $93 за баррель вчера ночью. Сегодня утром вновь на азиатской сессии была предпринята эта попытка, довольно неудачная попытка прокола $93 за баррель. Ну и, безусловно, тут небольшой откат прошел, но трагичного ничего нету. Относительно вчерашнего уровня закрытия основной сессии по бирже МВБ, нефть растет в пределах 1%, поэтому здесь ничего такого трагичного я и не вижу. Так что в целом сентимент достаточно позитивный, достаточно нормально все происходит. Ничего сверх хорошего или чего-то сверхплохого на рынках сейчас нету. Падают доходности по десятилетним испанским и итальянским бумагам. Это фактор положительный. В 11 часов были опубликованы данные по розничным продажам. По розничным продажам в Испании статистика вышла достаточно позитивной. На самом деле рынок закладывался на падение в годовом пересчете в мае по испанским розничным продажам на 8,1%, по факту упали всего на 4,9%. Это хорошо, это здесь можно значок плюс поставить. Сейчас должны были выйти Сейчас должны были, значит, выйти данные по индексу уверенности итальянских предпринимателей, но вот написано, что данные не будут опубликованы, потому что непонятно, что тут имеется в виду под словом протест. Так, давайте почитаем, здесь интересно. Так, данные не будут опубликованы, потому что 42
Ну, в общем, там проблема с теми людьми, которые выставляют свои вот ожидания, но это все связано с какими-то, видимо, увольнениями тех людей, которые в Bloomberg подгружают эту статистику. И, в общем-то, сейчас адекватных данных по этому индексу, видимо, не поступило. Ну, вот, в общем, такие смешные истории происходят с итальянской статистикой. Данные, на самом деле, были очень важными, но вот в связи с какими-то вот явлениями непонятными, мы их так сами с вами сегодня не получим. Но, тем не менее, в 13.00, я надеюсь, что все-таки казначейство итальянское проведет долговой аукцион, будет размещать бумаги со сроками погашения 31 декабря 2012 года, полугодовые векселя, 9 миллиардов евро, будет аукцион. Посмотрим на как он пройдет. Ну и напоминаю, что вечером ключевая статистика по заказам товаров длительного пользования по США будет опубликована, данные за май. Здесь ожидается отскок против плохих данных за последние два месяца. Ожидается рост на 0,5%, и незавершенные продажи на рынке жилья в 18.00 будут опубликованы сегодня. Федрезерв, точнее не Федрезерв, американское казначейство разместит 5-летние ноты в объеме 35 миллиардов долларов сегодня в 9 часов вечера по московскому времени. Также напоминаю, что сегодня стартует двудневный саммит европейских стран, на котором будет обсуждаться ситуация в экономике еврозоны. В общем, интересная. Какие-то заявления могут последовать, но я не думаю, что там чего-то такого сверхъестественного тоже стоит ожидать. Так что день будет интересным, но российский рынок, как я, в общем-то, утром и говорил, ожидал, достиг своего сопротивления в районе 1350 пунктов по индексу МВБ и, в общем-то, особо не желает пробивать этот уровень сопротивления, и поэтому, в общем-то, сейчас наблюдается некоторый отскок вниз. Ну и, в принципе, я думаю, что такая вялотекущая динамика может продолжиться вплоть до публикации вечерней статистики. Если там все хорошо будет по США, то возможен, конечно, и прорыв рубеж 13.55-13.60 по индексу МВБ. Но пока шансов, что-то, наверное, особо, мне кажется, и нету. Поэтому летняя вялотекущая динамика без особых фантазий, без особых иллюзий по поводу сильного роста, по поводу сильного падения пока наблюдается, в общем-то. Так, пока до видеобрифинга, в общем, смотрел одну интересную статистику. Статистика связана с публикацией данных по балансу Европейского центрального банка. Давайте посмотрим, обсудим. Так, ну для начала я открою график так называемого индекса ФЕД-ЕЦБ и динамики пары евро-доллар. Еще раз повторюсь для тех слушателей, которые не следили ранее за моими видеобрифингами, что такое индекс ФЕД-ЕЦБ. Берем баланс Федеральной резервной системы, делим его на баланс Европейского центрального банка и получаем так называемый ФЕД-ЕЦБ индекс. Баланс одного центробанка делим на баланс другого центробанка. Почему мы это делаем? Потому что, начиная с конца 2010 года, крупнейшие монетарные центры мира — это как раз таки ФРС и ЕЦБ. И именно от их политики во многом зависит динамика валютного курса евро-доллара. Ну, так получилось в посткризисный период, что во многом динамика на мировых фондовых рынках, на мировых валютных, сырьевых рынках всецело зависит от политики крупнейших центральных банков. Все прекрасно знают про те программы QE, Quantitative Easing, которые запускала Федеральная резервная система США. Все прекрасно помнят программы LTO, долгосрочного рефинансирования от ЕЦБ, которые были запущены, и все эти программы количественного стимулирования, они, безусловно, влияют на балансы крупнейших центральных банков, и, безусловно, все это влияет на динамику курса евро-доллара, на который уже ориентируется динамика остальных активов, рискованных, безрисковых и так далее. Что мы имеем? В 2010 году в конце была запущена программа количества смещения номер 2. Все прекрасно помнят, ее запускал Федеральный резерв. И, в общем-то, что изменилось с тех времен? Ну, в общем-то, мы видим, что баланс ФЕД-ЕЦБ стал расти именно за счет того, что ФРС принимал на свой баланс токсичные активы, скупал их с рынка в рамках программы QE, и
баланс его расширялся. ЕЦБ в то время ничего, никаких программ не запускал, и баланс ЕЦБ был стабилен, поэтому индекс ЕЦБ рос. Вот это хорошо видно. Но там в фоне, естественно, обесценялся американский доллар, потому что печатались новые деньги, и евро на этом фоне укреплялся. Поэтому пара евро-доллар последовала за индексом ФИД ЕЦБ, и, в общем-то, максимум были достигнуты у нас в июне 2011 года, когда программа количественного смягчения номер 2 закончилась. В то же время начались проблемы большие у европейских стран. Там история с Грецией начала всплывать, и ЕЦБ включает свой печатный станок благополучно и начинает расширять существенно свой баланс. При этом ФРС программу QE закончил и больше не предпринимал с 2011 года никаких программ количественного стимулирования. Никаких абсолютно. Программа TWIST, она не является программой количественного стимулирования, если кому непонятно. Ну и, соответственно, баланс ЕЦБ растет, ну и, соответственно, ФИД ЕЦБ индекс начинает снижаться за счет роста баланса ЕЦБ, то есть за счет роста знаменателя в совокупности сам ФИД ЕЦБ индекс начинает снижаться на фоне разрастания проблем в Европе, ну и вслед за этим евро-доллар катится вниз, и здесь корреляция между этими индикаторами, она очевидно является. Вот на этом графике очень хорошо видна в конце декабря 2011 года программа ЛТРО номер один, она привела к тому, что индекс ФИД ЕЦБ резко обвалился вниз. Вот в марте 2012 года, точнее 29 февраля, ЕЦБ проводит программу ЛТРО номер 2, довольно масштабную. И, в общем-то, опять-таки мы видим второй резкий скачок, точнее резкое падение в индексе ФИД ЕЦБ за счет запуска программы ЛТРО номер 2 программы. Это все здесь на этом графике очень хорошо видно. Ну и мы также видим, что начиная с 29 февраля 2012 года ни ФРС, ни ЕЦБ никаких программ стимулирования больше не проводят. ЕЦБ взял паузу для того, чтобы проанализировать, как повлияет на рынке вот эти самые две программы ЛТРО, ничего сейчас не делает. Ну и ФРС, соответственно, совсем недавно нам объявил о том, что он продлевает программу ТВИСТ до конца года. Но еще раз повторюсь, ТВИСТ не является программой количественного стимулирования, она выполняет совершенно другие задачи и совершенно по-другому функционирует, не как программа КУЕ. Ну и в связи с этим мы видим динамику евро-доллара, которая, в общем-то, при текущем соотношении ФИД ЕЦБ, баланса ФРС и ЕЦБ, в общем-то, должна быть торговаться, ну, в принципе, она никому ничего не должна, но судя по этой логике, судя по динамике и корреляции этих индексов, евро-доллар должен торговаться на уровне 1.20. Сейчас он торгуется на уровне 1.2495, на уровне 1.25. Так что, в общем, здесь негативная динамика по евро-доллару, безусловно, может сохраняться в виде того, что ликвидности ЕЦБ напечатал столько, что она должна увести пару евро-доллар, как мне кажется, на уровень 1.20. Все это возможно, но, тем не менее, еще витает в воздухе вероятность того, что Федрезерв запустит программу QE3 ближе к концу этого года, и, возможно, крупнейшие банки, имеющие доступ к инсайдерской информации и более четко понимающие стратегию ФРС, они не ставят больших позиции на продажу единой европейской валюты. Ну, в общем, посмотрим. За графиком будем, безусловно, следить. Но еще в январе 2012 года я подробно про этот индекс писал, говорил. И здесь, в общем-то, все эти тенденции, о которых еще в январе мы с вами говорили по поводу евро-доллара, по поводу того, что евро будет падать, в общем-то, все эти тенденции пока имеют место быть и по-прежнему сохраняются. Понижительное давление на евро-доллар. Но в том случае, если ФРС запускает какую-то программу на количество смягчения, то, безусловно, ФИД ЕЦБ индекс резко вырастет вверх, и это покажет резкое будет означать возможность резкого роста по паре евро-доллар, ну и, в общем, по всему спектру рискованных активов в том числе. Так что ждем какого-то, возможно, экстраординарного, очень негативного события, возможно, уже в июле, в августе 2012 года, которое спровоцирует, возможно, ФРС для принятия каких-то экстраординарных мер. Ну, пока всем этим делом не пахнет, и мы находимся в таком летнем боковике. Вот такой интересный индекс и такая интересная картинка представлена была на ваших экранах. Я надеюсь, что я все достаточно подробно и
дословно обсудил, рассказал. Так, что еще? Давайте посмотрим еще на пару графиков сегодня интересных. Что там у нас есть в наших загадничке? Так. Я хотел посмотреть на индексы PMI по американским регионам. Дело в том, что сейчас в течение 2 недель публикуются данные по индексом деловой активности и промышленности по американским регионам. Уже в первых числах июля мы получим сводный индекс по в целом по американской промышленности, деловой активности. Так, что у нас здесь имеется? Ну, в общем, что здесь имеется? Ну, я тут не очень хорошо сейчас на картинке все это видно будет, но постараюсь объяснить вам. Итак, у нас ключевое значение для индекса ISM Manufacturing, тот самый, который выйдет в первых числах июля, это 50 пунктов. Индекс ISM Manufacturing, индекс деловой активности промышленности США, он обозначен здесь его динамикой белой линии. И, в общем, мы здесь видим, что ISM держится выше 50 пунктов. И, в принципе, американская промышленность является локомотивом роста для, в общем-то, по всему миру, если брать. Ну и по региональным индексам, таким как Empire State, это Нью-Йорк, который опубликовали свои цифры за июнь, такие как Филадельфия, такой как Даллас и Ричмонд, они уже опубликовались практически все. И, в общем-то, на основе динамики региональных индексов можно строить ожидания по индексу ISM Manufacturing. Ну, что здесь надо отметить? То, что Empire State Нью-Йорк показал снижение достаточно резкое. В июне месяце он скатился с уровня где-то 18 пунктов до уровня 2,2 пункта. Оранжевая линия на ваших экранах вот здесь, вот она изображена. Так, дальше у нас, кто публиковался, Филадельфия сразу вслед за Нью-Йорком публиковалась, желтенькая линия. Здесь, вопреки ожиданиям, резко снизился индекс по Филадельфии. Сейчас он находится практически на минимумах 2011 года. Регион Филадельфии очень крупный промышленный регион. Минус 16,6 пункта, то есть ниже нулевой отметки. Значит, там ситуация действительно очень неприятная. Но мы с вами это уже обсуждали. Ну и публиковался на днях Даллас, публиковался Ричмонд. По Далласу, по региону Даллас, здесь наблюдался некоторый отскок, и индекс вышел выше нулевой отметки. Здесь это видно на экране, 5,8 пункта против минус 3 с хвостиком, который был зафиксирован в мае. Ну, в целом, Даллас, он в предыдущие месяцы очень сильно падал и хуже всех смотрелся, поэтому здесь был закономерен тот отскок, который мы увидели. И, соответственно, читался вчера, по-моему, Ричмонд, или не вчера, там на днях, в общем-то. И здесь он, опять-таки, синенькая линия, здесь он опять закрепился ниже нулевой отметки. То есть, в целом, надо сказать, что картинка по регионам достаточно пессимистичная, и, в общем-то, индекс ISM Manufacturing с текущих уровней 53,5 пункта, скорее всего, отскочит вниз, ну, наверное, к уровню в 53-52,5 пункта. Так что здесь, скорее всего, деловая активность промышленности США по июню будет замедляться. И, в общем-то, это уже закладывается в котировки и динамику индекса S&P 500, который в июне не очень уверенно себя чувствует. Вот такое вот... Ну, такая вот динамика. Ну и, в общем-то, наверное, все. Давайте будем завершать. Особо тут не углубляться никуда. А по рынку я, еще раз повторюсь, по российскому не жду какой-то сильной динамики. В случае уверенного пробоя отметки 13.55 по индексу МВБ, там возможен рост до уровня 1380 пунктов. А пока этот уровень не пробит, будем двигаться в таком белотекущем режиме, ну, там, безусловно, уровень 1330 пунктов является хорошей поддержкой, ну, а там далее 1320 уже, и на которых возможное падение и закончится. Так что ничего сверхинтересного не вижу я сейчас на рынке, торговля исключительно внутри дня, а без каких-либо среднесрочных, наверное, позиций, как-то так вот. Мнение звучит. На этом будем завершать наше дневное мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. Читайте аналитику на сайте broker.ru, на наших страничках в различных социальных сетях. Всем до свидания, удачных торгов, будьте аккуратны, встретимся завтра в 12 часов по Москве.